Молодая компания с большим потенциалом. Предприятие «Ультрастап» в Тейковском районе создано в 2015 году в рамках программы импортозамещения и развития текстильно-промышленного кластера. Здесь производят тканые и полиэфирные материалы для дорожного строительства. Губернатор Павел Коньков посетил «Ультрастап» и рассказал о значимости новичка для региона. Когда меня спрашивают нашу цель по строительству комбината синтетического окна, я всегда говорю о том, что это более широкая продуктовая линейка. И прежде всего, последние десятилетия наши дороги делают с помощью геотекстиля. И там применяются не натуральные, а только синтетические волокна. Вот это одна из первых ласточек внутри области, которая в серьезном объеме перерабатывает синтетическое волокно. И это, безусловно, будущий клиент нашего комбината. Геотекстиль, который здесь выпускают, идет на одежду. Правда, не обычную, а дорожную. Георешетки для укрепления склонов и откосов. Геополотно под асфальт. Данный материал применяется в первую очередь при укладке дорог, для того, чтобы асфальт как можно дольше стоял, как можно меньше его ремонтировать. Также он применяется при укреплении склонов и откосов, опять же, в дорожном строительстве. То есть это материал дорожный, он и называется геополотно. Инвестиции в производство составили порядка 500 миллионов рублей. Понятно, что это не предел. Спрос на геотекстиль велик, заказы расписаны на месяцы вперед. В качестве эталона выбрана аналогичная продукция немецкого производства. У нас очень много китайских материалов на этом рынке. То есть китайцы и индусы. Они стараются ценой перебить. Ну, это стандартная политика наших азиатских партнеров. Вот, как можно дешевле материал поставить. Мы же идем немножко по другому пути. Мы производим материал, идентичный немецкому. То есть прямо на том же немецком оборудовании, прямо полностью соблюдая технологии. С компанией работают специалисты ИГХТУ, политеха, инжинирингового центра текстильной легкой промышленности. Есть здесь и учебная площадка для студентов. Проводить исследования и проходить практику можно буквально без отрыва от производства. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Тейковский район.